Тем временем на юго-востоке Украины наметился новый очаг напряженности – городок Докучаевск в Донецкой области. Там только за полночь потушили все пожары, которые вспыхнули после обстрела украинской артиллерии. Как уточнили в мэрии, силовики били из градов, крупнокалиберных минометов и гаубиц. Не стихали залпы и в столице ДНР. Один из снарядов попал в здание Донецкого вокзала. По предварительным данным, стрельба велась со стороны поселков Опытной и Пески. Там позиции вооруженных сил Украины.